Мы говорим о развитии экономики Краснодарского края. Сегодняшний наш собеседник – доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани, председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди. Александр Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Начнем с такого вопроса. Что отличает экономику Краснодарского края в общероссийском разрезе? Какие у нас самые сильные стороны? Может быть, есть слабые стороны? И что, какие отрасли составляют основу экономики нашего края? Экономика Краснодарского края очень сильно отличается от среднероссийской региональной экономики, скажем так. Почему? Потому что это экономика, которая наиболее близка к так называемому постиндустриальному типу, то есть к экономике услуг. То есть это экономика, где превалируют отрасли, ориентированные на конечное потребление, ориентированные на оказание услуг населению и те отрасли, которые не являются сырьевыми. То есть с этой точки зрения мы гораздо ближе к такому проевропейскому типу экономической системы региональной, чем другие субъекты федерации. Что у нас превалирует? Ну, превалирует то, что связано с уникальным климатом. То есть это единственный регион России, который имеет такой уникальный климат, теплый климат, климат морской, климат с мягкими зимами, с сравнительно, хотя многие не согласятся, но тем не менее комфортным летом. Это агропромышленный комплекс, это логистика, потому что уникальность расположения экономики географического положения края – это безусловный плюс. Это курортно-рекреационный комплекс, это зарождающаяся сегодня и развивающаяся достаточно приличными темпами промышленность, причем промышленность с высокой степенью экологической ответственности, и те новые комплексы, которые, мне кажется, имеют право на существование в будущем, как наиболее или одни из наиболее успешных, например, это отрасль IT-технологий. Ну и я не стал бы умалять значение такой отрасли, как торговля, потому что среди всех регионов страны торговля в нашем регионе имеет наибольший удельный вес в структуре валового регионального продукта. И хотя злые языки говорят, что это неправильно, что торговля – это отрасль, которая является, ну, слишком такой простой и, ну, не слишком приличной, скажем так, для экономики региона, я с этим категорически не согласен. Почему? Потому что торговля развивается только там, где есть конечный спрос. Торговля развивается только там, где есть комфортные условия для того, чтобы люди покупали, и у них самое главное есть деньги, чтобы они покупали. Но гораздо более важный длительный эффект от торговли – это отрасль, которая способна накапливать первичные инвестиции. То есть первичные инвестиции, которые потом превращаются в деньги на развитие той же самой промышленности, той же самой логистики, экспорт-ориентированных отраслей, их очень часто генерирует и в первую очередь генерирует торговля. И то, что торговый комплекс в структуре нашего региона, потребительски ориентированного региона, занимает такой приличный удельный вес, я считаю, это безусловное благо. То есть можно говорить о том, что какие-то отрасли со временем могут уйти в сторону, а на спад пойдут, да, а какие-то, наоборот, пойдут в горы. Развитие отраслей связано с развитием конкуренции. И, естественно, то, что торговля развивалась у нас быстрыми темпами, в первую очередь, это приток конечного потребительского спроса. То есть наш регион один из немногих, всего 16 регионов, которые показывают естественный и иммиграционный прирост населения, и мы входим в эти регионы. Город наш, Краснодар, занимает третье место по величине прироста населения. И вот эти факторы, я уж не говорю о Сочи, который занимает первое, второе место по удельному притоку населения, приросту населения. И вот эти факторы как раз и привели к тому, что торговля развивалась очень быстрыми темпами и заняла такой большой удельный вес. Как будет в дальнейшем развиваться ситуация, покажет конкуренция. Но мы все понимаем, что любые, сколь угодно высокие темпы экономического роста, они рано или поздно исчерпаемы. То есть невозможно всегда расти двузначными темпами. Невозможно, чтобы одни секторы росли постоянно более быстрыми темпами, чем другие. Поэтому я так думаю, что в ближайшее будущее, буквально в ближайшие 5, максимум 10 лет, нас ждет переориентация экономического роста на отрасли, связанные с углубленной переработкой ресурсов. Это так называемая умная промышленность, это так называемое экологизированное сельское хозяйство, это экспортный сектор, это логистический комплекс, потому что то экономико-географическое положение, которое есть в крае, оно будет только наращивать свои коммерческие инвестиции, преимущества. И я делаю очень большие ставки на IT-сектор, то есть на тот сектор, для развития которого, в принципе, требуется не так много. Требуется хороший климат, потому что люди, занимающиеся IT, они весьма мобильны и весьма требовательны к качеству городской и вообще среды обитания, и наш край это может дать.
Это тот сектор, который нуждается в хорошей транспортной инфраструктуре, то есть в аэропортовой, железнодорожной, автомобильной, дорожной. Сектор, который нуждается в хорошей городской среде, то есть развитой системе образования, здравоохранения, в конце концов, в комфортных условиях проживания, доступном жилье, комфортном жилье, ну и, безусловно, в хорошем климате. Поэтому я так думаю, что вот эти структурные сдвиги, они, безусловно, произойдут, но скорость этих преобразований будет зависеть и от глобальных процессов, и от тех процессов конкурентных, которые будут развиваться внутри страны. А как же такая отрасль, как строительство? Все-таки мы же наблюдали какой-то определенный бум. Строительство – это тоже сектор, по крайней мере, у нас, который ориентирован на конечное потребление, потому что наибольшие объемы ввода строительных объектов как раз приходятся на потребительский сектор, то есть на жилье. Да. И то, что строительство развивалось у нас, это абсолютная закономерность по той простой причине, что тот приток населения, тот прирост населения, который наш край испытывал и продолжает испытывать, и, кстати говоря, дай бог, чтобы это продолжалась тенденция, с другой стороны, сильно или слабо, это второй вопрос. Но строительный комплекс – это тоже локомотив для развития. И ведь строительство само по себе не просто создает новые строительные объекты, не просто создает новые квадратные метры. Оно за собой тянет и промышленность строительных материалов, оно за собой тянет дизайн, оно за собой тянет сферу услуг, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортно-логистический комплекс, энергетику. То есть это та отрасль, которая, в общем-то, играет один из самых серьезных показателей в синергии. Что такое синергия? Это взаимодействие отраслей, когда развитие одной отрасли тянет за собой и мультиплицирует развитие других отраслей. Поэтому, да, безусловно, строительство есть и будет одним из серьезных заметных игроков. Если говорить о инвестиционной привлекательности, а наш регион уверенные позиции держит уже там несколько лет подряд, да, среди российских регионов, какие отрасли с точки зрения привлекательности для инвесторов у нас такие наиболее яркие? Я хотел бы начать с того, что мы привыкли к инвестиционной привлекательности края, но если мы посмотрим лет на 20 назад, даже, наверное, лет на 17-18 назад, то мы увидим, что регион был вовсе не инвестиционно привлекательным. Это была такая аграрная провинция страны. И в приличных, скажем так, кругах, в столичных кругах сказать, что ты живешь на Кубани, это было, так вот вызывало снисходительную улыбку. Сегодня, безусловно, это один из лидеров инвестиционного прогресса. Этому, конечно же, способствовали национальные проекты, мегапроекты. Это и Олимпиада, это и Формула-1, это и чемпионат мира по футболу, это и строительство Крымского моста, но это крупнейшие проекты. А вот инвестиционный климат, он формируется за счет гораздо большего количества факторов. И один из этих факторов, опять же говорю как экономист, это наличие конечного спроса. То есть фактор номер один, может быть номер два, но тем не менее лидирующий фактор, это то, что инвестиции идут туда, где люди готовы покупать, то есть туда, где люди готовы тратить деньги, не обязательно на конечное потребление. Это может быть и промежуточное потребление, то есть так называемое промышленное потребление. Это может быть и деньги, вкладываемые в логистический комплекс, но самое главное, должны быть люди или компании, которые хотят здесь тратить и которые хотят здесь что-то делать. Поэтому тот факт, что Краснодарский край является одним из лидеров инвестиционного развития, инвестиционного климата, это факт признанный. У нас есть третья по величине населения в стране, которая растет. У нас есть абсолютно уникальный, абсолютно комфортный климат, точно уж лучший климат в стране. И это привлекает сюда не только отдыхающих, хотя отдыхающие – это очень важная часть нашего волового регионального продукта. Это привлекает сюда креативный класс, это привлекает сюда людей, которые хотят здесь развиваться, которые этот комфорт способны превратить в свое развитие и в деньги для своего развития. И вот эти факторы, как мне кажется, их не отнять. Вопрос в другом, что их нужно постоянно поддерживать и их нужно постоянно подпитывать. И поэтому в ближайшее время усилия властей, как мне кажется, должны сосредоточиться как раз на расширении узких мест, а именно это транспортная инфраструктура, это энергетическая инфраструктура, это пространственные зажимы в развитии крупнейших городов края. И если это все будет поступательно решаться, конечно, не по щелчку, а поступательно, системно и стратегично, то вот позиции края как лидера социально-экономического инвестиционного развития в стране будут только усиливаться. Давайте поговорим о
важном документе о стратегии развития Краснодарского края до 2030 года. Насколько я знаю, вы имеете отношение к разработке этого документа. Расскажите об этой работе. И как-то вы сказали, что у нынешней стратегии три держателя интересов. Что это означает на практике? Я начну с того, что стратегия 2030, которая разработана, это очень высокопрофессиональный документ. Это документ, который рождался не за месяц и даже не за год. Это документ, в разработке которого как раз и участвовали те самые держатели интересов. Это бизнес, это население и это власть. Тут можно спорить о порядке. Конечно, наверное, первое место следует поставить население как основного держателя интересов. Но я как экономист понимаю, что все интересы, они проистекают от их финансовой обеспеченности, от того, насколько те или иные интересы могут превратиться в реальность, а для этого нужны деньги. Поэтому вот эти три держателя, ключевые держатели интересов, и разработали фактически они, то есть консультанты были направляющие, руководящие, структурирующие силой. Но как раз эти три держателя интересов на самом деле являются проводниками и воплотителями идей, которые в этой стратегии присутствуют. Вообще стратегия, ее часто называют очень так красиво, три семерки. То есть это семь экономических зон, то, чего никогда не было в структуре пространственного развития края. Это семь стратегических направлений развития и это семь флагманских проектов. То есть стратегия, которая будет реализовываться в течение более 10 лет, это живой документ, и я сразу хочу сказать, что вот говорить о том, что стратегия является железобетонными правилами игры, это неправильно. Почему? Потому что мы живем в очень динамично развивающейся среде. Эта среда настолько динамично развивается, что процессы, которые происходят и в экономике, и в социальной сфере, носят иногда тектонический такой характер. То есть, когда происходит, серьезнейшие изменения и в структуре валового продукта, и в состоянии конкурентной среды, и в инвестиционной сфере. Поэтому, мне кажется, самое главное, что делает стратегия, она задает вектор. И этот вектор как раз и определяется тремя семерками. То есть это семь экономических зон на территории края по пространственному признаку, которые сформированы исходя из единства ресурсов, исходя из единства потенциала и единства перспективных направлений развития этих укрупненных территорий. Второе – это семь направлений развития, то есть это то, на чем будут сосредоточены точки роста. Угу. И семь проектов – это то, что является сегодня концентратором усилий бизнеса и власти по тому, чтобы получить наибольший синергетический эффект. То есть эффект, когда реализация этих проектов влечет за собой, как землетрясение, может, конечно, не совсем корректное сравнение, но как землетрясение в океане влечет за собой волны, может быть, даже цунами, только в нашем случае оно будет не разрушительным, а созидательным. Эти семь направлений развития основываются как на уже сложившихся, так и добавляют новые. Что уже сложилось? Это, безусловно, то, что проистекает из нашего экономико-географического положения. То есть флагманскими направлениями остаются это экологизированный АПК. Да, он изменяется в сторону экологизации, в сторону производства продуктов, которые несут большую добавленную стоимость и большую потребительную ценность, чем имеет место быть сейчас. Это транспортно-логистический комплекс, потому что то наличие портов, аэропортов, наличие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, которая исторически сложилась, оно дает колоссальные конкурентные преимущества, причем не в национальном, а в глобальном масштабе. Не использовать эти преимущества просто преступно. Третье направление – это так называемая умная промышленность. То есть это промышленность, которая основана на экологически ответственных видах производства. Это промышленность, которая позволяет максимально аккуратно и максимально полно задействовать тот ресурсный потенциал, который у нас есть. А самый главный ресурсный потенциал у нас – это, конечно, человеческий капитал. Четвертое направление – это развитие курортно-рекреационного комплекса. Я сейчас не говорю о приоритетности первое, второе, третье, четвертое. Это фактически равнозначные, равноценные направления. Но курортно-рекреационный комплекс – он способен создать глобальные преимущества для края. Почему? Потому что именно этот комплекс, он уже сыграл огромную роль в позиционировании края и в международном экономическом пространстве. И то, что фактически такие мировые события, мегасобытия, как Олимпиада, Формула-1, чемпионат у нас состоялись, это в том числе и заслуга курортно-рекреационного комплекса. Но здесь потенциал крайне недоиспользован. У нас, в общем-то, уникальность соединения в рамках такой локальной территории и медицинских,
и бальнеологических, и курортных, курортологических, и пляжных развлекательных, и горно-климатических факторов. То, чего фактически, ну, можно посчитать, наверное, по пальцам одной руки, где есть вообще в мире такое уникальное сочетание. Далее. Это сектор высоких технологий, который новый для нашего региона. Это сектор, который будет развиваться хотя бы потому, что если не развиваться ему здесь, в стране, то ему не развиваться нигде. Потому что люди, а это главные носители компетенции, главные носители интересов развития IT, это люди достаточно требовательные и к качеству городской среды, и к качеству климата, и к качеству коммуникаций, то есть транспортных коммуникаций, и к наличию тех площадок, где можно, ну, максимально комфортно и максимально продуктивно организовать взаимодействие. Это как раз сектор информационных технологий. Это строительный комплекс, который развивает городскую среду, который развивает новые территории и который развивается по агломерационному принципу, то есть по принципу, который является наиболее правильным и наиболее жизнеспособным сейчас. Ни для кого не секрет, что уровень конкуренции сегодня смещается с регионов на города, то есть между собой конкурируют агломерации. И поскольку в агломерациях концентрируется человеческий капитал. И учитывая, что агломерация позволяет как раз концентрированно эти ресурсы использовать, то строительный комплекс, развивающий эти агломерации, это тоже будущее нашего края. Ну и, наконец, это все, что связано с так называемыми социальными и креативными технологиями. Это очень широкий спектр. Ну, например, я бы отметил, безусловно, это развитие медицинского кластера. Он очень хорошо налагается на курортно-рекреационный комплекс и может собой представлять очень такой серьезнейший, я бы сказал, драйвер для социально-экономического развития нашего региона, потому что медицинский туризм и, самое главное, медицинская специализация. То есть медицина сегодня один из самых бурно развивающихся секторов мировой экономики, но здесь очень явно прослеживаются тенденции, тренды к специализации. То есть регионы, города, медицинские технологии, они концентрируются и специализируются. Поэтому вот основные 7 направлений. Планы, конечно, глобальные, и исполнение требует, ну, повышенных усилий. Как вы считаете, хватит ли нам именно человеческого потенциала? Вот не случайно же даже на нынешнем экономическом форуме главная тема была человеческий капитал. Вот об этом. Отличный вопрос, потому что на стадии диагностики социально-экономического положения края при подготовке стратегии было определено, что слабое место нашего региона, а регион имеет 5,5 миллионов населения, это развитие человеческого капитала. То есть, если мы говорим о других факторах, о которых я уже говорил, инвестиционные, природно-климатические, экономико-географические, транспортные и так далее, здесь все на уровне. Но когда мы рассматриваем человеческий капитал, то мы видим, что уровень его развития ниже, чем среднероссийский. И вот этот зажим, а это действительно зажим для социально-экономического прогресса, нужно как-то преодолеть. Ведь вот очень часто рассматривают человеческий капитал как трудовые ресурсы. Это абсолютно неправильное понятие, потому что человеческий капитал – это гораздо более обширное, широкое понятие. И мы оцениваем, экономисты, человеческий капитал не только как наличие трудовых ресурсов, с определенной квалификацией, с определенными компетенциями, с определенным уровнем оплаты труда, в конце концов. Да? Но это и возможности раскрытия потенциала, то есть состояние сферы образования, состояние сферы поствузовского образования, наличие системы непрерывного образования через всю жизнь. Это состояние медицины, здравоохранения, это состояние рекреационной сферы, это состояние, в конце концов, сферы развлечений. Короче говоря, человеческий капитал – это совокупность факторов, которые исходят от человека и вокруг человека концентрируются, и которые, говоря сухим таким экономическим языком, позволяют наиболее продуктивно использовать тот потенциал, который в человеке заложен. Вот в этом как раз у нас и есть слабое звено. Поэтому, безусловно, что потребует колоссальных усилий, причем усилий структурных, да, они всегда гораздо более сложны, чем косметические усилия. Это переосмысление и структуры здравоохранения, и структуры подготовки кадров. Это и появление новых институтов развития человека, таких как формирование, возможно, даже национального или глобального уровня университетов, институтов развития. Это появление
производств или появления бизнесов, которые на порядок выше по уровню производительности труда, а, соответственно, по уровню оплаты труда. Это формирование абсолютно новых кластеров. Так вот, что такое кластер? Это неформальные объединения. Вот мы говорили об IT-кластере. Вот IT-кластер – это тоже развитие человеческого капитала, потому что мало иметь хороший климат, необходимо иметь, в конце концов, подготовленные пространства, подготовленную техническую и технологическую инфраструктуру. Это интернет, это энергетика. Необходимо иметь комфортный визовый режим, потому что если не будет комфортного визового простого режима, при котором могли бы те же самые IT-специалисты приезжать в Сочи или в Краснодар на конференции, какие-то свои тусовки, они должны быть многочисленными, потому что это очень живой сектор. Без этого бессмысленно вообще приступать к развитию IT-сектора. Это требует развития транспортной инфраструктуры. Если она будет архаичной и если она не будет развиваться в смысле географии не только внутренней, но и международной рейсов, то это тоже будет серьезным стоп-фактором. Короче говоря, развитие человеческого капитала, оно требует гораздо большей мобильности и населения, и в смысле трудовой миграции. И тут, знаете, в общем-то, мы должны понимать, что одним из глобальных трендов сегодня, который зародился в России, и он развивается в России, и в нашем крае он, естественно, будет только крепнуть, это так называемая трудовая мобильность. Это заставляет делать экономическая реальность. Более того, появляются совершенно новые и очень технологичные способы коммуникации. Это и удаленные рабочие места, это и коммуникации посредством интернета. То есть есть масса всего, что сегодня позволяет колоссальным образом реструктурировать и рынок труда, и изменить подходы к управлению человеческим капиталом. Но подчеркиваю, от того, насколько будет правильным и насколько будет динамичным развитие человеческого капитала в нашем регионе, причем не только за счет просто миграции, да, приехали высококвалифицированные, амбициозные, креативные люди, и качество человеческого капитала увеличилось, нет. Оно может увеличиться точечно, но эти люди потребуют хорошей городской среды, они потребуют комфортного жилья, они потребуют качественной транспортной инфраструктуры, они потребуют институтов развития, чтобы они могли продолжать развиваться, получать компетенции, образование. Они потребуют, чтобы были возможности коммуникации с внутренними зарубежными партнерами, чтобы были хорошие аэропорты и так далее. Да? В конце концов, хорошие продукты питания. Да? То есть, чем больше развивается человеческий капитал, тем больше требования у него к тому, что его окружает. То, о чем вы говорите, это все-таки же долгосрочный проект, скажем так. Да. Успеем ли мы выполнить все шаги по стратегии? Или мы можем параллельно взращивать свой собственный человеческий капитал и исполнять там, делать основные шаги? На то это и стратегия, чтобы задавать вектор развития и задавать ориентиры развития. А на самом деле, вот 10 лет в понимании современной экономики – это очень много. Вот давайте посмотрим, что 10 лет назад начался глобальный экономический кризис. Ну, чуть больше 10 лет назад. Посмотрите, сколько процессов за это время прошло. Какие колоссальные тектонические изменения произошли в банковской системе, в IT-сфере. Как по-другому мы стали жить, как по-другому мы стали питаться, как по-другому мы стали работать. Сколько появилось того, чего не было 10 лет назад. Например, те же самые удаленные рабочие места. Я, например, активно использую, поскольку я экономист, я ценю и время, и свои усилия, я активно использую способ работы через удаленные рабочие места. Но это весьма удобно, это экономично. Весьма удобно. Но представляете, если бы мы сказали об этом 10 лет назад, как тренде, который изменяет палитру состояния рынка труда и занятости. Поэтому 10 лет на самом деле немало. Вопрос в другом, что если это делать, ну, скажем так, откладывая на когда-то или будучи убежденными в том, что какие-то точечные косметические меры дадут какой-то результат, это, безусловно, неправильно. То есть нужно заниматься всем и сразу. И почему я сразу сказал, что эта стратегия очень живая и она не железобетонная, она позволяет идти параллельно и развивать сразу 7 направлений развития, развивать сразу 7 экономических зон, заниматься сразу 7 проектами, которые как раз и охватывают все эти факторы или все эти условия для поступательного развития экономики и социальной сферы региона. Развитие предпринимательства – тоже очень важная часть развития экономики. В крае существует множество государственных программ, там, нацеленных на развитие тех или иных отраслей. Существуют масштабные меры государственной поддержки предпринимателям. Как вы считаете, все это вкупе благоприятно влияет на развитие экономики или чего-то нам еще не хватает?
благоприятно влияет, безусловно. И, знаете, вот всю бы стратегию, почему я сказал, потом так немножко себя поправил, да, но я рассуждаю как экономист, да, и мы, экономисты, заточены под мышление очень такое вот структурированное, да, мы понимаем, что есть ресурсы, есть результаты. То есть то, о чем вы сказали, это есть ресурс. Государственная поддержка предпринимательства, гарантирование, субсидирование, льготные кредиты, коворкинги, фонды различные, да, конференции, форумы и так далее. Вот это ресурс. Что мы хотим получить на выходе? На выходе мы хотим получить единственный ресурс развития. Почему? Потому что никто, кроме предпринимательского сектора, не создает добавленную стоимость. Что бы мы ни говорили, в конце концов, государство ведь тоже живет на налоги. Государство ведь тоже инвестирует деньги, которые созданы кем? Бизнесом. И от того, насколько динамично, насколько поступательно будет развиваться бизнес, от этого будет зависеть все остальное. Вот мы говорим о том, что темпы экономического развития у нас недостаточны, конечно. Они недостаточны только потому, что недостаточны темпы развития предпринимательства. Достаточно ли та инфраструктура, которая создана? Нет. По одной простой причине, что инфраструктура – это только инфра, то есть внутреннее обеспечение. А для того, чтобы эта инфраструктура давала результаты, необходимо, мне кажется, самое главное – это перелом общественного сознания в пользу того, что предпринимателям быть престижно, безопасно и доходно. Когда он идет в эту сферу, а что такое предпринимательство? Предпринимательство – это работа в условиях постоянной неопределенности и рисков. То есть это сфера, которая требует колоссальной концентрации и психологических и физических ресурсов, требует постоянного компетентностного роста. То есть это очень сложная сфера. Но когда в этой сложной сфере добавляются еще дополнительные сложности в виде административного давления, в виде колоссального количества каких-то регулирующих актов, иногда абсолютно бессмысленных, иногда просто нервирующих, а иногда и откровенно маразматичных, да? Когда мы понимаем, что пока не произошло вот того перелома в общественном сознании, когда любой молодой человек после школьной скамьи или после университетской скамьи первое, что хочет делать, это заниматься предпринимательством, а не идти в госуправление, в муниципальное управление, в крупные госструктуры. Вот когда произойдет этот перелом, вот тогда эта инфраструктура, она как раз добавит того, что предпринимательству не хватает. Понимаете, это если вот сравнить, ну, какой-то такой жизненный пример, да, если мы благоустроим комнату, да, будет хорошая мебель, будет хорошее покрытие, будет хорошая техника, но в этой комнате не будет желающих жить, тогда мы понимаем, что, ну, это деньги, которые выброшены на ветер. Поэтому самое главное, мне кажется, сейчас инфраструктура создана, и к этой инфраструктуре нужен позитивный, очень общественно поощряемый и общественно позитивно воспринимаемый образ предпринимателя. Но ведь это в большинстве случаев связано с нашим менталитетом, а как его ломать? Менталитет ломается на самом деле очень просто, я бы сказал, да, по одной простой причине, что, опять же, рассуждая как экономист, если бы мы с вами встречались бы 10 лет назад и посмотрели бы, сколько платежей проходит через пластиковые банковские карты, мы сказали бы, что это 5-10% от общего объема операций. Если мы посмотрим сегодня, это уже гораздо больше половины, если не две трети всего платежного оборота, который производится с помощью электронных банковских систем. Это же сломало менталитет. Вот то же самое и что касается предпринимательства. Та общественная ситуация, то общественное мнение, которое складывается вокруг предпринимательства, и регулятивная среда, которая делает занятия предпринимательством комфортным, будут развиваться в позитивном ключе, я уверяю вас, мы за 5 лет получим просто взрывной рост и бизнеса, и малого, и среднего предпринимательства однозначно. Ну и напоследок, резюмируя всю беседу, ваши прогнозы развития экономики Краснодарского края на ближайшие годы, ну так, тезисно. Экономика будет развиваться позитивно. Я уверен практически, что мы сохраним уже привычные превышения темпов социально-экономического развития края над среднероссийскими показателями. Я практически уверен, что мы будем жить в состоянии миграционного притока. Это опять же свидетельство того, что регион успешный. Я практически уверен, что ситуация будет развиваться позитивно и в ключе предпринимательском. То есть мы увидим, что это будет регион, и хотя он и сейчас есть, но он будет еще в большей степени ярким регионом в сфере развития предпринимательства и возникновения новых, абсолютно нехарактерных для регионов отраслей и кластеров. И я так думаю, что лет через 10, как раз к финалу реализации этой стратегии 2030, мы будем жить в очень измененном ландшафте, социально-экономическом ландшафте края. Будем надеяться.
Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам.